Всем привет, мои хорошие, начинаю новый влог. И мы идем записываться в сад. Помощница моя на юге. Они мне видео присылали, я вам постараюсь ставить кадры. Поэтому идем с папой. Папа поехал на машине, а мы идем на коляске. Нам через дорогу тут садик. Есть прям совсем под домом, где у меня Ксюша была, но я хочу в другой. Что такое, мой сладкий? Вот, он будет сейчас катать ее, я пойду отдавать документ. Но это называется, знаете, лох-то судьба. Я подала на госуслугах в сад, а там же надо в течение 30 дней в сад поднести документы. Да, а я забыла. И запись удалилась. И теперь вот вчера заново подала, и сегодня иду отдавать документы. Потом поедем. У нас есть такой магазин интересный, оптом 71 называется. И там оптовые цены, канцтовары и не только. Вот, сейчас кочевряжется, малыш засыпает. И я там к школе заказала много всего интересного в канцелярии. Тогда покажу вам. Не совсем дешево. Надо приехать, оплатить его и забрать. Вот такие дела. Суть как бы в чем? Вот сад, а вот за ним прям школа, в которой Ксюша учится. Да-да. Поэтому я посчитала, что мне так будет удобней. Сейчас покажу. А, это мы купили в дочках. Кстати, вообще вышло за 200 рублей. Штука классная. Это у нас что? Такая вот фирма. Развитика. Они в дочках с ночках сейчас по 500 рублей. 499. У меня там баллы были. И вышло вообще. Она дергается и музыкальная. Классная штука. Еще улыбается. А у меня она сейчас все уже видит. Все различает на колясочку. И особенно нравятся улыбочки. Поэтому игрушка вообще супер. Так, все, хватит петь. Мы тебя сейчас в сторонку отодвинем. Так, погремушку мы ее уже распечатали. Тоже веселая, улыбается вообще за копейки. В общем, у меня вот этот весь заказ, он на 1200. Там очень много всего. Я вам в конце покажу потом ценник. Так, сейчас будем доставать. Этот пакет порвался. Прям вот так. Не проливайка, школу, банка. Дальше. Три должно быть. Да, вот три. Кисточки беличьих. Первый, третий, пятый размер. Самые ходовые. Такие вот обычные, классические. Что они там рублей по 20. Один клей ПВА. Вот такой. Дальше клей. Вот, кстати, чек. Карандаш. 15 грамм, 16 грамм, по-моему, или 20. А 21 грамм вот такие в школу. Магнитные закладки. Вот такие вот интересные, кстати. Ой, куда вы катились, дорогие? Как они выглядят. У нас в том году другие были какие-то. Как тебе раскрыть-то? А, вот они какие. Они большие. У нас были маленькие. То есть вот так. Для учебников. Здорово. Я еще в фикс-прайсе заказала. Тоже сделала там заказ. Потом вам отдельно покажу. Шарики. Это заказала Ксюша. Будем сюрприз вставить, когда приедет на день рождения. Украшать квартиру. Так. Дневник для первых, четвертых классов. Да, вот такой вот симпатичный. Тоже весьма дешево. Обычный такой.
Без изысков. Палитру нам сказали в этом году нам нужно. Подставку для книг взяла дорогую. Вот самая дорогая в этом заказе подставка для книг, потому что она такая плотная, добротная, чтобы учебники-то сейчас большие, высокие такие, да, чтобы держала. Вот вроде это по отзывам неплохая. Краски, хотя у нас есть, но в запас пусть будут. Акварель. Гуашь. 12 цветов. Да, вот такая вот интересная. Тоже в школу. Обложки всякие, тут по 5 штук, и одна отдельно на дневник. Потом вот такие две папочки. Одна уже с обложками ушла, опять формата на молнии. Не знаю, для чего приходятся. Вот такой маленький альбом для рисования. Я почему-то, когда брала, думала, что он большой. Он маленький, но тоже пусть будет пригодится. Вот такие вот два расписания уроков. Хотя я, в принципе, могу на компьютер распечатать, но они что-то так дешево были, поэтому взяла. А вот это, мне кажется, пиши и стирай. То есть здесь можно писать маркером, который стирается, и стирать. Два вот таких взяла. Взяла папку с файлами. 10 файлов. Вот такая вот обычная папка. Пригодится под документы или еще подо что-нибудь. Две папки вот таких зелененьких на заклепке. Доска для пластилина. Пластилин я уже взяла в дочках, сыночках очень дешево. Картон белый, нам сказали, в этом году нужен. Так, цветной картон мелованный. И две цветных бумаги. Хотя у нас тоже много с прошлого года осталось. Я прям в прошлом году дофига всего накупила. У меня тетрадок по 30 штук еще хватит до 11 класса, наверное. И вот такой альбом отрывной. Им отрывной нужен альбом. Вот, вот такой. Так, и вроде все. Сейчас покажу вам чек. Кому интересно, вот какие. Можете на паузу нажать, посмотреть у нас цены. Вот самое дорогое у нас получается еще гуашь и подставка для книг, да. Вот все на 1200. Ну что, девчонки, сейчас мы с вами будем тестировать гаджеты и косметику из Фикса. Скатку я еще не пробовала. Но мезороллер – это вещь. Вот, девчонки, есть с утра припухлости, есть неровности какие-то на лице. Это тот массажер, который делает ваше лицо практически идеальным. Ну, мое, по крайней мере, да? И который работает мгновенно. Вот из всех массажеров, что у меня есть, в основном фаберликовские, да? Вот это дает мгновенный результат. Сейчас мы пока с вами его обработаем хлоргексидином. Вот такое у меня в бутылочке. Лицо я не обрабатываю. Там написано лицо надо обработать и на чистое лицо применять. Но лицо я не хочу хлоргексидином протирать. Я его уже тестирую не один день, и все нормально. Лицо мы с вами сейчас скаточкой обработаем. Вот пока он лежит, у нас с вами сохнет. Такой вот он коробочки мезороллер, да, вот этот лавли. Так, а скатку как нам надо применять? Но сухую, очищенную кожу лица нанести небольшое количество средств. То есть очищенную. То есть мы не очищаем этим средством, а очищаем, да? Скатывать по массажным линиям, смыть теплой водой. Это лимон с аха-кислотами. И, кстати, как я применяю еще мезороллер, девчонки? Я хочу вам рассказать одно средство борьбы с пигментными пятнами. Я очищаю хорошо лицо, наношу кислоту. В данном случае у меня пилинг от Organic Zone. Вот сюда. Они бледнее стали, гораздо бледнее. И вот тут, если оно было сплошным, оно стало вот не сплошное. Я так делаю каждый день. Я каждый день на эти места наношу кислоту. Потому что они, девочки многие мне писали, что вот эти гормональные пятна, они потом исчезают. А некоторые писали, что остались на всю жизнь. Я решила на самотек это не пускать и с ними все равно бороться. Их уже не так видно, и они как-то, вот видите, начинают потихоньку исчезать. Я наношу на эти места кислоту. Хожу, потом умываюсь. Мезороллером прохожусь по всему лицу и еще раз на эти места наношу кислоту. Именно на эти места, вот так точечно. Я вижу результат тогда, что они становятся светлее. Может быть, благодаря вот этим иглам на мезороллере, да, проникает глубже, что ли, кислота, потому что пигментные пятна не на поверхности, поэтому от них так тяжело избавиться. В общем, я пока вот так проделываю, и мне очень нравится. А, кстати, еще вот по поводу вот этих штук, это вообще вещь тоже. Тоже классно. Я их храню не в морозилке, а в холодильнике. Это у нас маска для глаз, да? Тоже лавли. Вот они. Они холодненькие, не замерзшие, но холодненькие. Вот так с утра на глазки. Кто страдает отеками, темными кругами, прям вот так чуть-чуть даже подержишь, минуточку, и прям становится классно. Очень классно вообще. Здорово. Так, ну а сейчас я чищу лицо, раз перед скаткой нам надо очищать. Умоюсь и будем делать скатку. Очистила. Оно сухое. И наносим с вами скатку. Она такая прозрачная. Так. Так. И вот сюда и начинаем скатывать. Прозрачная, гелеобразная. Но я на лице еще ее не тестировала, девчонки. Ой, малыш воюет. Начинаем с вами скатывать. Вообще написано сначала распределить. Ну, не сначала, по-моему, оставить.
Да, на 1-2 минуты, вот как раз пока я ходила, у нас немножко лицо пропитается этой скаточкой, да? И будем ее скатывать. Потом мезороллер применять. Вот эти штуки тема. Блин, ну если бы они были очками, вот сделали бы они как-то очками, или знаете что, или резинку. Вот были бы тут дырочки, резинку, то есть, чтобы не надо их было держать руками. То есть на резиночку вот так вот одел, зацепил, это удобней. Так, ну что, начинаем скатывать. На руке мы, помню, с вами пробовали, все скатывается. А на лице тоже я прям так нанесла от души, что он даже пенится, смотрите, на лице. Она, скатка. Тоже кислотный уход получается. Я свои пигментные пятна прям как следует. Пока пенится, я много нанесла. Видите, пенится. Но хотя бы это не такая гадкая гелеобразная текстура, как иногда бывает у Свидо. Катаются, начинают кататься шарики. Беленькие. Ну, конечно, мы лицо очистили. Собственно говоря, нам скатка нужна для того, чтобы лицо очищать, а не начищенное наносить. Но будем делать по инструкции. Вот видите, начинают кататься такие беленькие. Сейчас посмотрим, насколько хорошо очищает. Какая у нас тут кислота? Аха-кислота здесь. Написано для всех типов кожи. Это где-то катается, где-то нет. С этой стороны вообще ничего не скаталось, а с этой скаталось. Я и на веки наношу такие продукты. Мало что там разговаривать с собой. Помощница моя все еще на море. О, пошел процесс. Пошел процесс. Ну все, хватит, смываем. Она не с собой разговаривает, она разговаривает с шариком. Кстати, лайфхак, у кого есть малыши. Мы купили шарик надутый гелем, причем черный с белым. Там белые звезды пока не эти цвета в основном видят. Привязываем к ножке, она начинает волноваться, шарик прыгает, она отвлекается. В общем, это вещь. Шарик с гелем вещь, его потом можно надуть, он у нас уже спускается. Это мне помощник вместо моей Ксюши. Так, погнали по массажным линиям. Не надавливая. А мне нравится даже и надавливая. Лицо прям сразу таким ровненьким становится. Оно краснеет, конечно. Оно краснеет. Но сразу разглаживается, какой-то становится, знаете, красивый. Мне нравится эффект вот именно от мезороллера. Все прорабатываю. Носогубки. Ну, вы помните, какой был результат? Да уже хорошо после того, как скаточку сделала. А, кстати, да, что по скатке-то? Ну, поры чистые. Поры чистые, в принципе, она очищает лицо. Нормальная такая. Не знаю, какой там процент содержания кислот, насколько это действительно вот как кислотный уход подходит, так и лоб вот так. Здесь вверх, а здесь вот так. Как-то лицо сразу становится ровненьким. Мне очень нравится. Потом наносим любимую сыворотку или кремчик после. Классно. Даже тихонечко вот так по векам прохожусь. Тихонечко, тихонечко. Прямо так с элеганца. Видите, лицо уже красное, покраснело. Особенно контур лица. Чтобы у нас с вами никаких провисаний не было в будущем, да? Ну вот и все. Немножечко поделали вот так. Оно красное. Сейчас крем свою любимую или сыворотку наносим. И краснота через несколько минут проходит, и личико прям огонь. Наношу потом вот этот фаберликовский крем против пигментации на руках и на лице. Он, конечно, не работает, потому что я долго его уже тестирую, но надо добить. И вдруг вот он после мезороллера проникнет в глубокие слои. Знаете, я все надеюсь на чудо, и пигментация уйдет. Но пока вот в комплексе вместе с кислотами, как я вам сказала про пилинг, да, как-то я вижу результат, то есть он заметный. Я его вижу. И он действительно есть. Вот, девчонки, вот и все. Мы с вами завершили уход. Протестировали. Не все, правда, новиночки. Еще мелочь приедет, я вам обязательно покажу эти ролики в деле. Вчера видела рекламу по телевизору, 999 рублей такие же стоят. Один в один, вообще один в один. На шоп-н-шоу, по-моему. А фикси 249. Все удовольствие. Вот так. Все. Красота. Я смотрю, чтобы везде было красненько. А, еще декольте. Декольте на декольте тоже классно работает вообще.
По бокам можно делать вниз, а вот здесь теперь надо делать вверх всегда. Все поднимаем вверх, чтобы ничего не обвисало. Тоже разглаживается кожа практически моментально. Вот эти складочки все. Все, сейчас наносим кремушек и красота. На этом влог свой буду заканчивать. Кому было интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень люблю, целую. Всем пока-пока.